Вот. И если хотя бы 20 минут спать вот в этой вот штуке, ты вообще поймешь, как у тебя качество жизни изменится. То есть ты даже, может быть, не отследишь, а если будешь записывать, то отследишь обязательно, как у тебя меняются мысли, как у тебя возникают какие-то новые планы, идеи. Ты скажешь вроде бы, ну это, наверное, все в скопе. Да, это в скопе так и работает. Где-то сократили сон, где-то убрали еду, где-то еще что-то. То есть какие-то моменты вот эти вот делаем. И получается еще плюс вот это вот физиологически у тебя идет насыщение кислородом за счет того, что венозная вена у тебя в облегченном открытом состоянии, и все у тебя начинает все работать абсолютно по-другому. Да, здорово. Спасибо Спасибо. огромное. Да, у меня поэтому ребята после ретрита, они вот все вот с такими штуками.